Сейчас находимся в аэропорту Бристоль, прошли паспортный контроль. Сейчас идем к нашим воротам и будем ждать там посадку. Инка хочет спать. Все, мы уже прошли посадочные ворота и идем к самому самолету. Санка бежит. На этот раз самолет, вот он наш стоит, если видно. Сразу будем заходить уже внутрь самолета. Вот такого вот коридора идем. Идем. Самолет уже запустился. Забрали мой багаж, сели в автобус и ждем отправления уже в наш отель. Вот так выглядит сам аэропорт. Стремненько чуть-чуть. Вот такой у нас номер, здесь такой шкаф, есть сейф, на сейф нужно на ресепшене брать ключ. Здесь у нас такая маленькая ванная, такое вот зеркало, вот такой маленький душик, туалет, все самое необходимое. Так, дальше у нас вот такая комната. Одной двухспальной кровати и одной для одного человека. Вот так выглядит номер. Возле кровати есть тумбочки, кондиционер, ну и телевизор с русскими каналами. Такой у нас номер. Есть бар, но там только одна бутылка воды, больше ничего. Вид с окна у нас на соседнее здание. Вот такой вид у нас. Балкончик небольшой, один стульчик и все.